Всех приветствую, ребята, и с вами, как всегда, я Дошик, и в этом видеоуроке я расскажу про все новые секретные промокодики в 2022 году, в феврале, ребята. Да, новые промокодики вышли, и в этом видеоуроке я готов с вами поделиться, ребята. Кстати, посмотрите, ребята, какие у меня бибики. Да, ребята, этих бибиков, они как бы размножились, ребята, то есть... Не будем уже продолжать, что они дальше делали. Ну и в этом видеоролике я расскажу вам про все новые секретные промокодики, как я и сказал. И также в этом видеоролике я разыграю для вас 100 робаксов. Чтобы получить эти робоксы, первый слой, ты должен подписаться на канал с колокольчиком. Второй слой, поставить лайк на этот видеоролик. И третий слой, написать любой комментарий, даже, ну, там, допустим, и тому подобное, ребята. Даже можешь написать свой никнейм, хотя нет, лучше напишите свой никнейм в робоксе, чтобы я как бы мог выдать вам ваши робоксы, ребята. Поэтому всем приятного просмотра, но мы не будем тянуть и уже переходим к самому видосику. И вот, ребята, я уже на сайте и готов одеть все новые промокодики в робоксе 2022 году в феврале, ребята. Ну, кстати, перед началом, как я говорил, в начале у нас был розыгрыш на робаксике. Если что, мы разыграем 100 робоксов, ребята. Да, мы разыграем 100 робоксов. Условия повторять не буду, вы можете перемотать в начало видеоролика и посмотреть там условия, чтобы как бы вас не задерживали. Кстати, ребята, многие мне пишут, где ты вводишь как бы эти промокодики. Если что, ссылку я ставлю. Давайте в закрепленном комментарии, давайте лучше оставлю в закрепленном комментарии, где я ввожу все эти промокодики, ребят. То есть в закрепленном комментарии все будет как бы ссылочка, где я ввожу эти промокодики. Ладно, ребята, не будем тянуть и уже начнем как бы вводить все новые промокодики, ребята. Начнем с того, с самых стареньких, ребята. Первый у нас два самых стареньких, я думаю, все о них знают, но все же. Новичкам как бы тоже эти промокодики нужны, потому что новые игроки тоже как бы заходят, и как бы им тоже нужны эти как бы промокодики, ребята, вот так вот. Так, Spider Cola. Код уже погашен, потому что этот промокод я уже вводил. И видите на экранчике, что вы получите, если введете, ребята, данный промокодик. Я думаю, довольно-таки прикольная вещичка такая, ребята, кола, да? Так, ребята, следующий у нас один мы промокод старенький ввели, и переходим уже вводить следующий, второй старенький, ребята, промокодик. Следующий, второй у нас старенький промокодик. Вот так вот пишется. Твит Роблокс, ребята. Вот такой вот у нас второй старенький промокодик. Твит Роблокс. Вводим. И этот промокод я уже тоже вводил, ребята. Кстати, для тех, кто не знает, это обозначает, что вот, ребят, вы подумаете, вот, стоит якобы, что промокод неверен. Но, ребята, тут написано, код уже погашен. То есть этот промокод, ребята, я уже вводил. Это не то, что он неверен, ребята. Это потому что я его вводил. Потому что некоторые мне даже это пишут. Почему у тебя показывают, типа, ты нам врешь? Нет, ребята, я вам не вру. И видите на экранчике, что вы получите, если, ребята, ведете данный промокодик. И еще, кстати, бывают некоторые ошибки, ребят. Ну, что вы, допустим, напишите, ну, не букву Т, а, допустим, там, переводчик вылезает. Допустим, вот так напишите, ну, ошиблись, да, там, на одну букву, там, на одну строчку. Ну, без разницы, ребят, абсолютно без разницы. Может, даже там, знаете, на и русскую там, хотя и русская, я думаю, сразу будет. А нет, ребята, не сразу будет заметно, что это и русская, поэтому, ребята, всегда нужно смотреть, что ты вводишь, ребята. Ладно, не будем тянуть, и мы будем уже переходить уже к следующим, ребята, промокодикам. Ну, а следующий у нас промокодик, ребята, вот такой вот. Так, нужно про него вспомнить. Ребята, все, я про него вспомнил, да, ребята? Вспомнил про этот промокодик, ребята. Это у нас вот такой вот промокодик Smith's Cat, ребята. А нет, сейчас подождите, ребят, вроде бы что-то написал неправильно. Нужно сейчас чуть-чуть вспомнить. Подождите, Smith's Cat. Так, ребята, там вроде бы, если не ошибаюсь, было какое-то окончание этого промокодика. Так, нужно вспомнить. А, все, ребята, во-первых, подождите, у меня вообще русская клавиатура была. А, вот, все, русская клавиатура. А, нет, стоп, английская у меня должна быть. Что-то я, ребята, сейчас несу. Так, ладно, Smith's Cat. Так, этот промокодик у меня введен как бы... Так, Smith's Cat. Нет, ребята, я вспомнил про другой промокодик. Или давайте лучше запишем его, потому что он будет немного поновее, ребята. Этот промокодик уже как-то более старенький, ребята. Smith's Cat. Ну, давайте мы его все равно уже допишем, ребята. Smith's Cat 2021, ребята. Вот такой вот у нас промокод Smith's Cat 2021. Видите на экранчике, что вы получите, ребята, если ведете данный промокодик. Ладно, не будем тянуть, уже переходим к следующему, ребят, промокодику. Так, следующий у нас промокодик, ребята. Так, нужно вспомнить, ребята, по какой у нас следующий промокодик. А, все, ребята, вспомнил, какой у нас следующий промокодик, а следующий у нас промокодик пишется вот так вот, ребята. Я, кстати, не помню точно, работает он или нет, ребята, поэтому проверьте,
Я еще проверять не буду, но точно помню, что он вроде бы должен работать. Тагент Минтхэт 2021, ребята. Вот такой следующий промкод. Да, Тагент А вот, ребята, пропустил буковку, сейчас бы промокодик весь пошел бы не по плану, ребята, то есть он был бы неверным. Так, вот сейчас вроде бы промокодик абсолютно верен. Видите на экранчике, что вы получите, ребята, если ведете данный промокодик, ребят. Но я не помню, точно работает он или нет, ребята. Кстати, ребята, перед началом также этого видеоролика вы можете получить бесплатные две вещички, которые вы видите на экранчике, ребята. То есть я хотел бы сначала в начале вам показать, но думаю, только истинный подписчик досмотрит до конца и увидит эти две абсолютно бесплатные вещички. Видите их на экранчике, ребята, в принципе. Вы можете их получить также, перейдя по ссылке в закрепленном комментарии, просто нажав на эту ссылку, там будет написано, какая первая бесплатная вещь, допустим, слева вещичка, ну и вторая бесплатная вещь уже, допустим, справа. Вы можете просто ее забрать абсолютно, ребята, бесплатно. То есть вам не нужно ничего там делать, там никакой промокодик вводить, просто перешли по ссылочке, ребята, и забрали эту вещичку. Так, ребята, ну и как бы сейчас нужно еще что-то вспомнить, ребята. А, все, точно, вспомнил, Roblox Do 2021, ребята. Вот такой еще у нас промокодик, Roblox Do 2021, точно, тоже не помню, работает он или нет, ребята. Ну, видите на экранчике, что вы получите, если введете данный промокодик, если он еще до сих пор работает. Я точно не буду вспоминать, но я точно помню, что я забирал эту вещичку, когда он еще работал, ребята. Уже точно не помню, работает он или нет. Ну, да ладно, ребята. Ну, и всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, я, Дошик. Подписывайся на канал, ставь лайк на этот видеоролик и пиши свой царский комментарий. Ну, и всем спасибо за просмотр. Всем покедова. Пока-пока.